несанкционированный митинг болады деп ескертілген. Кто сказал, что с несанкционированный митинг? А вы кто? Вы представьте. Дайте удостоверение. А дайте удостоверение. Мне удостоверение указывает жопу. Нет. Нет. Слушайте, может быть, вы бандит. Вы может быть, член экстремистской организации ЕГЭ. Нет, почему вы мне говорите и предупреждаете возле кафе Жастык? Вот, да, и вот девушка, женщина, да? Вы меня оттуда уйти, главное. Да. Я отошла. Хорошо. Вот. Сіздер өзіңіз жүрмеңізбен жүріңізбен, онда кафеге барсаңыз, кафеге бара беріңіздер. А если я захочу пойти туда, в почту? Это же ничего. Если я хочу перейти туда, мне что, нельзя? Вы что, меня схватите? Вы так и не представились с удостоверением. Нет, удостоверение курсетен шымаған. Мен курсетемін өзім удостоверенімді. Я поскажу. Вы почему снимаете? Вот автобус. Что она? Что она? Хочет нас забрать за что? Нет, нет, вот почему в нашей стране нельзя, например, пойти в кафе? Почему нельзя пойти в туалет? Дұрыс па? Дұрыс па? А вы все-таки